слепится. Не надо так делать, пожалуйста. А чего он так сыпется? Привет! Привет, мои звездочки! И сегодня мы будем экспериментировать, друзья. Мы хотим с Алинкой видоизменить вот эти вот слаймики. У нас есть несколько слаймиков. Вот такие, такие. А также у нас есть кинетический песок. Вот такого красивого цвета с блесточками. И есть разного цвета шариковый пластилин. Так что давайте, поехали быстрее видоизменять. Начинаем. Берем слаймики. Ого! Ой, какой красивый. Крепко запечатали. Угу. Не могу. Ой. Ой, открывается еле-еле. Ой. Почти мал. Ого. Ребятки, у нас приклеенный такого не было приклеенного слаймика. Вот этого бесцветного были вот такие блесточки серенькие, красивые. Смотрите, какой он классный. Да, прикольный. Очень крутой. Мне тоже показывает. У меня красный, как желейка. А у меня прозрачный, как вода, как лед. Такой красивый капец. А мы с Алиной поделились. Я взяла кинетический песок, который я буду добавлять сюда, видоизменять слаймик. А она взяла... шариковый пластилин. Выбрала шариковый пластилин, который будет добавлять слайм. Посмотрим, что из этого получится. Да. Попробуй вот этот. Да, теперь надо, друзья, еще второй вытянуть. Оп. А руки у меня не будут фиолетовые от него? Нет. Ура, друзья, ребятки, у меня не будут руки фиолетовые. Смотрите, какой классный. Можно мне потрогать? Конечно. Ты можешь мне потрогать? Подожди, подожди, еще не надо ничего. Они такие красивые, что даже жалко их вместе соединять. Очень прикольные. Такие яркие. Антистрессовые. Ой, шарик улетел. Они кликают. И рвутся у меня. Смотри. А да. Чем так рвутся? Потому что они так рвутся. Эти слаймы очень хорошо кликают. И хрустят. Может, давай их смешаем? Да, друзья, давайте их смешаем. Значит, у меня был цвет белый и фиолетовый. А у меня красный. Темно-фиолетовый. А у меня красный и желтый. Итак, мы их смешиваем. Я беру, смешиваю, знаете как, лепешкой. Лепешку на лепешку. Я тоже. И теперь вот такие вот две лепешки в кучку. О, я тоже. Все. Белого у уже тебя, нет. У тебя он не меняет цвет. Он стал светло-фиолетовый, друзья. Смотрите, какой у меня. Мне кажется, будет оранжевый. Оранжевый у тебя получится. А у меня светло-фиолетовый. Ребята, а вы заметили, что у нас опять слаймы похожие стали, какие у нас были, которые мы делали в прошлых видео? У меня был синий, а у Алины был красненький. Теперь у нее оранжевый, а у меня опять фиолетовый. У меня есть три блесточки. А у меня есть пенопласточки. Мне тоже будет, когда есть там вот этот пластилин. Если честно, эти пенопластовые шарики улетают. Вот прям под стол. Да, они вот видите, падают постоянно. Они не держатся вместе со слаймиком. Слаймик. А теперь мы, чтобы не затягивать видео, мы будем дальше видоизменять. Я предлагаю открыть вот эти маленькие. Да, давай. Только чтобы они хорошо открывались. Нет. О, мне тоже открылись. У меня желтенький. А мне красный. Улыбочка. Смайлики. Распаковываем. Видите, какие красивые разноцветные цвета.
Давайте поскорее их откроем и дадим вот этот мой слаймик. А давай их вместе соединим тогда. Давай. Мне очень нравятся шарики и пластилины. А вам, друзья, нравятся шарики и пластилины? Если да, ставьте лайк. Или пишите в комментариях, что не нравится. О, они такие клейкие, кстати. Капельку клейки. Она очень-очень хорошая. Такие прям... Смотри, я даже не могу сказать. Ага. Это как будто море шариков, миллион шариков, и между ними какой-то клей или слизь. Но на ощупь, на пальчиках они очень приятные. Холодный такой на ощупь. Ты ждала? Я уже все вот эти цвета своих слаймов добавила. Класс! Антистресс для мам. Развлечение для деток. Для мам антистресс. Я вижу, что ты уже тоже очень любишь слаймы. Да, я уже возле Алины полюбила. Не классная штучка. Не знаю, какую-то паутинку напоминает, если честно, ребятки. Как вы думаете, я не испорчу слайм вот этим вот кинетическим песком, а? Может, ты же будешь давать или меня подожду? Я тебя подожду, давай быстрее. Итак, мы добавляем. Я уже добавила. Может быть, что оно ничего и не получится. Мы еще не знаем сами. Мы делаем просто интересный эксперимент. Как он начал мне к рукам липнуть. Можно я как попробую? Тесто, пожалуйста. А, он тебе прикольный стал. Да. У меня еще он твердый. Вот такие вот штуки у нас большие. Непонятные получились. Он сыпется, друзья. Но экспериментировать интересно. Потому что песок должен сыпаться. Прикольно. Давай, я еще его тут весь не разгоняла. Вот такой слайм-песок у нас. Но приятный на ощупь. Давай, попробуй твой. О, твой стал такой твердый. Ну, интересный, кстати. Давай ты в моим поиграешь, а я твоим. Давай. Разомнем. Я еще такой текстуры слаймов не трогала. Да, интересные штучки получились. Вы запомнили, главное, какие были ингредиенты? Можно экспериментировать со слаймами разными способами, друзья. Пишите нам ингредиенты для слаймов в комментарии, и мы будем их пробовать. Вот такие у нас получились, друзья. Видоизмененные слаймики. Боже, Алина, дай мне мой. Скажи, что получилось. Он очень твердый. А у меня такой, как тесто. Очень, кстати, похожий на тесто. Правда? Вот этот очень похож на тесто. И он хорошенько тянется. Мне кажется, что это текстура сквиш. Внимательно смотрите на сайт. Да. Спасибо, что вы остаетесь с нами. Спасибо, что ставите лайки. Нам приятно, что пишете комментарии. Мы их читаем. И кто не подписался, подписывайтесь на канал Эллен Стар. Всех мы любим. И всем пока! Смотрите. Не тесто. Почему? Потому что тесто, оно не тянется. Еще как тянется? Нет. А как-то не тянется? Не тянется. Привет.